привет. Продолжаем изучать аштангу-йогу. И сегодня мы с вами попробуем сделать сурья-намаскара пи. Второй вариант. Начало комплекса. Начало всех серий аштанги-йоги. С чего начинается ваша практика? С комплекса сурья-намаскара. В прошлый раз мы забрали с вами сурья-намаскара A. И сегодня мы разберем сурья-намаскара B. В чем он отличается от первого комплекса? Тем, что он состоит из большего количества виньяс. Если вы помните, то в прошлый раз мы делали комплекс и считали виньясы, там их было 9. Сурья-намаскара B включает в себя 17. Получается в два раза почти больше. Соответственно, он более динамичный и уже дает больше энергии, чем сурья-намаскара A. Задачи этого комплекса остаются те же, что и в прошлом комплексе сурья-намаскара A. Но мы добавляем здесь уже больше виньяс. Начинается с первой виньясы. Здесь мы сгибаем колени. Обратите внимание, чтобы колени ваши были вместе, стопы вместе. Ладони соединяем внизу и со вдохом поднимаем руки вверх. Колени остаются согнутыми. Открываем грудной отдел, руки, взгляд на ладони. Это первая виньяса, она выполняется со вдохом. Вдох. Повисели, чуть почувствовали. Таз вниз, колени согнуты, руки вверх. Локти пробуем выпрямить. Вторая виньяса. Мы опускаемся вниз. Повисели чуть-чуть. Втянули живот, опустили голову. Включаем руки. Помогаем руками себе двигать тело назад. Третья виньяса, мы подняли голову. Также продолжаем втягивать живот. Ноги сильные. Раскрываем грудной отдел, поднимаем голову. Ноги сильные. Ноги сильные. Выставляем руки. Грудной отдел раскрыт. Колени пробуем выпрямить. Четвертая виньяса Чатурангха Дандасана. Ноги сильные, все тело сильное, не провисает. Плечи раскрыли, грудь раскрыли, кончик носа. Включаем ладони. Пятая виньяса. Собака мордой вверх. Кончик носа, грудного отдела раскрыли, стопы. На подъем стопы, колени не касаются пола. Висим, раскрываем грудь. Пятый венец. Собака мордой вниз. Адха Мукта Шварасана. Включаем ноги, руки, спина расслаблена, когти тянем вверх. Ладони и стопы на одной линии. Седьмая виньяса. Стопа выходит вперед. Шаг достаточно длинный, колено чуть вперед подтавливается, втягиваемся, чувствуем натяжение, грудное отдело раскрыт, руки продолжают вытягиваться. Включаем
включаем ноги, передняя нога сильная и задняя также сильная. Все в тонусе. Взгляд на ладони. Восьмая линия. Опускаем руки на пол и убираем ногу. Чатуранга Дандасана. Ноги сильные. Держим. Все тело в тонусе, плечи раскрыты, грудь раскрыта, кончик нос. Отсюда девятая виньяса. Продолжаем вытягиваться. Руки сильные, грудь раскрыта, голову запрокидываем. Десятая виньяса, собака ноги вниз. Руки включаем, ноги включаем. Колени пробуем вытянуть, насколько это возможно, либо оторвать пяточки. Руки сильные, ноги сильные. Спина расслаблена. Затем меняем ноги. Левая нога. Продолжаем вытягиваться, включаем ноги. Ноги сильные. Раскрываем грудной отдел, руки вытягиваем вверх, локти выпрямляем, взгляд на ладони. Двенадцатый венец, чатуранга. Плечи, тело, держим, кончик носа. Следующий венец. Собака на дыбе. Пятнадцатая линия. Здесь мы фиксируем свое положение на 5 дыханий. Тянем живот, подбородок опущен, ноги сильные, руки сильные, спина расслаблена. Повисели, повтягиваемся. Если не можем, прыгнуть, подходим. Шаг-шаг. Включаем ноги. Втянули живот, раскрываем грудь. Шестнадцатая виньяса. Опустили голову. Втянули живот. Включили ноги, расслабили спину, кончик носа, согнули колени, 17-е виньяса, соединили ладони, колени вместе, таз вниз, руки вверх, взгляд на ладони, самострит. Сейчас попробуем его сделать сразу. И там вдох. Выдох. Три, вдох. Шатвари, выдох. Панча, вдох. Шат. Кончик носа, шодаша, выдох.
Тадаша, там колени в ладони. Вдох. Подняли руки, взяли по ладони. С этих комплексов начинается аштанга-йога. Это базовые принципы, они заложены в сурья-намаскаре. Сурья-намаскара – это движение, дыхание и концентрация внимания. Также заложена информация о том, как работать с панхами. Это поначалу все очень сложно, но по мере того, как вы будете развиваться от вашего желания, это все доступно. Спасибо вам за то, что вы с нами. До новых встреч!